очень интересная больная у нас. Макроголосовые нервы, видите, большой язык. Язык просто помещается. Поэтому выдвинула передний зуб вперед. Наша задача сегодня сократить язык. Сегодня будем сокращать. Так вот, вот такой дизайн у нас. Мы сначала сделали вот такой разрез. С двух сторон вот эти боковые лоскуты у нас направятся. И на передней части тоже. То есть наша задача сократить с боков и с длины. Вот закончили операцию, видите, язык мы сократили по длине, по ширине. Вот у нас маленький, хороший язык стал, вот, в рот уже помещается. Вот видите, язык вытолкнул передние зубы настолько. Теперь придется и заниматься зубами.